ребятки. Продолжаем прохождение. Где-то мы тут оказались с вами. Калиста протокол. Так, что у нас тут? У нас осталось три этих. Все три штуки осталось накопителя найти. Вот, я тут сохранился, вышел из игры, и как-то она куда-то меня так прифигарила, я даже вообще не понял. Я-то откуда тут появился? Вот, где тут дверь была и откуда я вышел? Очень странно, да? Стою где-то здесь в уголке в итоге получается. Вот. Ну, бывает, видимо, такое. Вообще, куда-то меня закинули. Даже не понимаю. Вот. Так. Ну, вот вижу, что здесь что-то запустить надо. Ух ты. Нет другого способа, ты должен бороться. С кем бороться? Ты о чем? А, понятно. А какого хрена произошло, ты мне скажи, подруга? Ох ты. Это, короче, тот же самая драка, как с тем, с этим предыдущим боссом. Капец, он током бьет. Как-то странно, все быстро произошло. Но он недоволен. Ага. Близко к нему подходить нельзя. Окей, ладно. Окей. Все, убил. Так. Ну что, товарищ босс, выходи. А я что делаю? Дерусь я. Ай, попал. Хорош. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Да ты, блин, дурак! Ты что делаешь? Надо жизнь где-то взять, я забыл, где-то здесь жизнь где-то была. Биологически. Какого хрена? Вот такого хрена. Ладно, хоть вольнули мы его с тобой. Но как произошло все вот это, непонятно мне. Что это, как его?
Как-то я зашел на уровень, и раз, уже здесь что-то как типа мини-босса какого-то. Как-то странно. Игра, конечно, баганула конкретно. Я ж сохранился и... Ну, в общем, ладно. Вывод один. Чувака мы очканули, так что идем дальше. Ой, пролез там какой-то. Иди дальше, ты близко к погрузочной площадке. Да, у меня еще, кстати, двух этих нету. И трех, точнее сказать, накопителей. Хоть я и близко к погрузочной площадке. Отлично. Отлично. Опа-на, сейчас упадем. Конечно. Как без этого-то? О, здорово! Мимо-мимо-мимо, ребята. Естественно, приземлились мы. Тоже своего рода движение. Опасно нестабильная, да, штука. Хорошо. Я еще, кстати, главное не понимаю, почему в этой игре карты нет. Но, видимо, она не нужна здесь. Так, итого я не нашел еще три накопителя. Страшный большой босс какой-то. Так, ну вот и появилось у нас, получается. Давно не было. Загрузка чертежей. А, так, я давай-ка продам сперва, что у меня есть. Ну, я, кстати говоря, не очень-то многие накопил. И для этого оружия, автомата, 1000 рублей. Ну, да, я его могу сделать. Но я не знаю, нужен ли он мне. Так. Позволяет стрелять самому наводящимися пулями. Да, у меня и нет такой возможности вообще никак. Так. Блок и ответный урон. Ага. Мне вот патроны надо. Это да. Полицейский. Да, полицейский дробовик. Это точно. А штурмовую винтовку я, наверное, вряд ли осилю. Это отличного дня, да? Так. Давай, давай, давай. А то фиг знать нам, сколько еще нужно будет. Так, он 140, кстати, стоит. Хорошо. Давай. Ну и давай еще скунса сделаем и оставим деньги. Да, спасибо. Что так любезны. Возьмем пистолет, пойдем. Ой, японский бог. Мужики, вы что, с ума сошли? Какого хрена у вас тут творится? Слушай, тут не надо бежать на меня. Я тут и сам могу побежать куда надо. Ой, блин, все в огне. Ты добрался до входа на фабрику, погрузочная площадка на другой стороне. Thank you.
Окей. Тут еще, кстати, вентилятор, он есть, если что. Если я не заметил бы раньше их. Боеприпасы до дробовика. Ага. Да, вот как раз дают, чтобы ребят-то кидать. Ох, да тут ничего и не видно. Спасибо. Ладно, патрончики уже потратил. Что теперь сделать? Предохранитель. Нету у меня его. Где я его вам найду? Что, офигели, что ли? Назад, что ли, мне возвращаться? Это явно не предохранитель. Ложись. Да, туда попадешь и сразу кирдык будет. Ух ты, заперто. Это что такое значит? А это значит, что я отсюда выйти не могу. И сюда, смотрите, я залезть не могу. Открывайся. Я уже понял, вот ток тут идет, вот тут ток идет, да. Это-то я понимаю. То есть, просто я... Куда мне идти-то? Вот эти штуки какие-то, но они горят, ты ничего сделать не могу. Тут штуки есть стрелять. О! Нашел. Нашел. Также здесь есть фабрика внутри тюрьмы. Фабрика охраны ботов. Сборка, доставка грузового судна еще стоит в доках. То, с чем я дрался, не было охранным ботом. Нет, но раньше это был именно бот. Внутри ты узнаешь больше. Ну, понятно. У меня еще такой вопрос. Смогу ли я все этих 8 накопителей найти? Это тоже интересный момент. Привет. Вот и все. Сейчас ребята попрут. Сейчас не зря мне эти штуки там дали взрывающиеся, которые толкать. И вентиляторы. Сейчас, видимо, сражение будет. Да, тяжело в такой амуниции ему лазить. Одеваться. Скорее, Джейкоб, время на исходе. Да я иду, иду. Ну, вот и сохранилка. Ох, ребята, что тут творится? Баг на баге, короче, у меня. Вот. По новой прохожу здесь. Сейчас тут ребята повылазят. Вот они. Давай туда. Угу. Привет. Привет. Не попал, не попал, друг. Сейчас лезет сюда еще один ко мне. Со мной встретиться хочет. Thank you.
Ой-ой-ой, мимо. Смотри-ка, живой, падла. Мимо. Промахнулся. Он еще один лезет. И большой. Здорово, Дарпатран. И еще один. А, одновременно мы с тобой. Все. Покончил с ними. Отлично. Вот теперь все прошло как надо, без багов. Что-то жизни даже не дают, кстати, странно. Так. Ага, ну вот, теперь я могу вставить. О, наконец-то. Фух, отлично. Опять эта штука. Капец, что так быстро? Ай-яй-яй. Нет, я не успел. Да, шоколака, а. Есть, фу. Производство. Так, пока накопителями не пахнет. Вот они тут, бедняги. Шестой. Для развития эксперимента требовался идеальный носитель. Пока Коул трудился над своим альфой, я пошла другим путем. Гибрид человека и машины, зараженный патогеном биофага. Когда я убеждала себя, что делаю это ради общего блага, я на деле... Я не могла смириться с тем, что Коул опередил меня, присвоит себе заслуги за мою работу. Понятно, подруга. Осталось два накопителя. То сейчас еще кто-нибудь повылазит. Ой, ептать! Хрена себе! Вечеринка. Я помню этих тварей. Быстрее. Хорошо скрылся от меня. Подлюга. Заперта. Дверь не заперта. Фиолетовый цвет, сборка. Ой, блин, здорово. Кто? Ой, блин! Какого хрена происходит? Надо двигаться.
Ага. Хрена с два. Согласен, протупил. Да, хана мне. Без руки, без руки. Хрена. А! А, блин. Здорово. Здорово. Где еще один? А, блин. Вернулся. Ёшкин дурошкин. Я вообще... На верхнем этаже есть тайный проход в моей лаборатории. Я вообще без патронов остался. Пиздец, блин. Вот они меня тут рисанули, конечно. Так, эту штуку я таки не использовал, да? Отлично. Инъекции зато нафига давно надавали. Так. А чё, как, куда, где? Нет, наверное, слезть и надо её отодвинуть, эту штуку как-то. Я так думаю. Ну слазь ты, придурок. Ты ебить, колотить тебя. Да это опять баг, ребята. Посмотрите, что творится. Ну и ты же тут нигде не залезешь. Так. Еще пришлось опять, ребята, видеть и перегружать. Потому что это вообще ужас какой-то. А баг за багом. Все, вот видите. То есть я вроде как делаю правильно, но какие-то недоразумения происходят и все. Отлично. Так. С патронами-то у меня вообще засада, нахуй. Ха-ха! Так, погоди, я уже тут нажимал.
прошел там. Да что ты будешь делать? Он проскакивает просто по этому, по вот этой штуке. Я даже что сделать не могу. И бить, колотить, а? Так, спокойнее. Да ятрить, колотить! Есть. Фу. Доступ к до верхнего уровня. Понятно. Капец, а тут что, как залазить? Ага. Здоровье нашел. Патроны нашел. Заперто все. Порежь. А, мне нужно этот поставить, как его. Двигается, которая это, да, все понятно. Ну вот видите, он тогда залез у меня и тормознул. Типа, знать ничего не знаю, я вот залез. Все, ты тут сам разбирайся, типа. Нахватали зато целую кучу. О, как медленно ты все делаешь, вообще красавчик. Ну а чё, как он по воздуху летит? О, вот теперь ты залез как надо. Да, точно. Ну что, ребятки, сейчас я чувствую, там опять что-то будет веселуха. Ну, эта серия просто кровавая получилась. Так, столько бойни, столько патронов, я прям офигел. Всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. До свидания.